Возникнет ситуация, когда Россия больше не сможет защитить Крым, и им, возможно, придется его сдать. На сьогодні Збройні Сили України вони можуть тримати в таємниці саме яку зброю вони використовують для цього, саме в якому форматі. Чисто воєнним це, як я сказав, не так просто. Такі мости взагалі дистанційно поражати складно. А действительно ли Россия контролирует Крым после всех этих взрывов? Так само воно було з островом Зміїний, так само воно зараз відбувається з Херсонською областю, так само буде з Кримом. Поверьте, те, которые бегали там в Симферополе и в Крыму с русскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими. Потому что, ну, к сожалению, население там такое. Привет, это Крым Реалии. Российская армия далее несет потери в Крыму. По данным телеграм-канала Fighter Bomber, российское ПВО сбило свой же Су-34 на полуострове стоимостью 36 миллионов долларов. Также в сети появилось падение российского Су-25. Официальной информации нет, но некоторые телеграм-каналы сообщают, что катастрофа могла произойти в Крыму. Ну а пока на полуострове ищут украинских диверсантов. В ФСБ сообщили, что предотвратили теракты против членов российской администрации Крыма. Якобы задержали сотрудника СБУ и завербованных им исполнителей, которые готовили убийство политиков. Эвакуацию для крымчан предложила Укрзалезница. Чтобы не пострадать из-за частых взрывов на полуострове, крымчане могут воспользоваться эвакуационными железнодорожными рейсами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Проезд будет бесплатным, как и питание, и при необходимости медицинская помощь. Что же ждет Крым в будущем? Когда ВСУ начнут операцию по деоккупации полуострова? И какое она может быть? Смотрите. Я уехал уже на Джанкой, поеду автобусом ставлю, все, не пускает вопрос. Причиной взрывов на военном складе под Джанкоем была диверсия, сразу заявили в Минобороны России. О результатах расследования не сообщали. Об украинских диверсиях в Крыму говорит и военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. Но как именно они были реализованы, пока не берется утверждать из-за нехватки информации. Понятно, что это украинские диверсии в той или иной форме. Не может быть, что вдруг все начало взрываться просто потому, что стало жарко. Понятно, что украинские диверсии, как именно они проводятся, это вопрос другой, технический. Военно-политический обозреватель из Украины Александр Коваленко взрывы в Крыму делят на большие и малые. Ну, как то кажут, велике воно та мале. А що до великих? Це, знову ж таки, Лобнево в Федоровці, це в Джанкої, це ось саме великі якісь інциденти, називаємо так, а як росіяни ще це називають, що це нібито головотямство, яке результатом якого є дуже велика кількість саме втрат для або російської авіації, техніки, особового складу, чи сил та засобів, які використовують російські окупаційні війська. Именно к большим взрывам в Крыму силы специальных операций ВСУ стопроцентно не причастны, убежден Александр. По его мнению, речь идет об использовании ВСУ нового вида вооружения. В своей статье Залужный и Забродский упоминают ракету «Атакамс» и РСЗО «Хаймерс», но чем именно ВСУ били по авиабазам в Крыму, не сообщают. Це можна розуміти те, що на сьогодні Збройні Сили України вони можуть тримати в таємниці саме яку зброю вони використовують для цього, саме в якому форматі, для того, щоб російські окупаційні війська вони не розробили хоча б орієнтовно алгоритми перехоплення цієї зброї. Бо ми дуже добре знаємо, що ППО воно дійсно може працювати більш ефективно, коли воно безпосередньо знає, яку зброю необхідно йому перехоплювати. Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский говорит, полжизни провел в Феодосии и Судаке. Он автор исследования «Этнополитические вызовы безопасности Украины на примере Крыма». Также считает, что источники взрывов в Крыму совершенно разные.
коли мені хтось сказав, а ось там, в Новофедорівці, це були диверсанти. Я кажу, шановні друзі, ви просто подивіться на ті воронки, ви просто подивіться на ті вибухи, ну, на той димовий гриб, який був. Це не можуть бути тільки диверсанти, тому що, ну, просто фізично занести таку кількість вибухівки, це було б надзвичайно складно. Тут може йтися і про пуски ракет, може йтися про відпрацювання завдань авіацією, тобто пуски ракет з авіації, а не тільки, наприклад, та сама точка У або система залпового вогню. Провокации в Крыму нужны, чтобы обеспечить дополнительный призыв в российскую армию, предполагает Сергей Грабский. Останні новини, які вже зараз надходять саме з Криму і з Росії, вони говорять про те, що такі провокації мають сенс і могли б відбуватися. Чому? Тому що зараз вже пішла істерія щодо того, що Крим треба посилювати, туди треба перекидати додаткові контингенти військ, буде спеціальний призов людей з Москви і Санкт-Петербурга. В свою очередь, власти Крыма, подконтрольные Кремлю в эфирах телеканалов, говорят об обратном. Якобы ничего страшного на полуострове не происходит, только нюансы и эксцессы. Идет специальная военная операция, могут быть нюансы, могут быть какие-то эксцессы. По Крыму, вы же видите, пока массовой ситуации нет, и, ну, и не будет, не сомневаюсь. Но, тем не менее, надо помнить, что идет противостояние, что против нас выступает блок НАТО. Что же ждет Крым в будущем? Брайан Кларк сравнивает операции ВСУ на полуострове с действиями американских военных в Афганистане. Тактика верная, убежден эксперт, но рассчитана на игру в долгую. После вторжения России в Афганистан, США, ЦРУ, а также американские вооруженные силы перебросили вооружение и своих специалистов в Афганистан, чтобы сделать повстанческое движение, основанное маджахедами, против россиян более эффективным. И это восстание в конечном итоге привлекло к тому, что Россия покинула Афганистан и позволила ему стать независимой страной. Но на это ушло десятилетие или даже больше. Тем не менее, будущее полуострова предопределено, убежден Кларк. Крым ждет судьба украинского острова Змеиный, полагает эксперт. Говорит, Крым – это тот же Змеиный, только на стероидах, то есть более укреплен с военной точки зрения. Украине под силу полностью изолировать Крым, и тогда встанет один вопрос. Смог ли ВСУ, так как это было на Змеином, взять российские войска измором и заставить их в конечном итоге отказаться от Крыма ради того, чтобы укрепить свои позиции на других направлениях? Если они смогут продолжать оказывать давление на Донбасс, Херсон и так далее, России придется усиливать группировку именно там. И подкрепление туда, возможно, придет из Крыма, и возникнет ситуация, когда Россия больше не сможет защитить Крым, и им, возможно, придется его сдать. С Кларком согласен и украинский обозреватель Александр Коваленко. Саме тому, щодо Криму, Збройні сили України, я впевнений, будуть діяти так само, як вони діяли на острові Змії. Так само, як вони зараз діють на правобережній частині Херсонської області. Що я маю на увазі? Я маю на увазі знищення майже усієї логістики цієї локації, в першу чергу, з постачанням зброї з материкової частини Російської Федерації. Так само воно було з островом Зміїний, так само воно зараз відбувається з Херсонською областю, так само буде з Кримом. Операции по деоккупации Крыма могут начаться в 2023-м, пишет Валерий Залужный. Для этого нужно дополнительное вооружение от стран-партнеров и создание дополнительных от 10 до 20 бригад ВСУ. Обозреватель Александр Коваленко полагает, прежде чем начинать деоккупацию Крыма, ВСУ следует полностью освободить юг Украины. Потому что, ну, по-перше, якщо Збройні сили України будуть знаходитися з боку материкової частини України саме на кордоні з тимчасово окупованим півостровом Крим, вони значно можуть збільшити ефективність вогневого впливу на об'єкти російських окупантів на території Криму. Ну, тобто застосовувати ті ж самі М-142 «Хаймерс» для знищення цих об'єктів. А це, ми бачимо, може відбуватися майже в режимі 24/7. Роль Керченского моста в деоккупации Крыма – тема до сих пор спорная среди экспертов. Полное разрушение моста может и не потребуется, убежден Давид Гендельман. Достать Крымский мост достаточно сложно. Достаточно даже более мелких ударов. В первую очередь это будет уже пропагандистское воздействие. Даже если реального вреда не будет, просто
прилетел какой-то беспилотник, ударил по мосту, взорвалась какая-то машина, бензобак и так далее, это уже будет несомненное пропагандистское воздействие. Чисто военным это, как я сказал, не так просто. Такие мосты вообще дистанционно поражать сложно, если это не какие-то специальные авиабомбы или вообще тактическое ядерное оружие. В идеале они взрываются именно непосредственно с закладом взрывчатки опоры. Для такой операции нужно задействовать сразу несколько разных подразделений ВСУ, подтверждает Сергей Грабский, и вряд ли результат соизмерим с затратами на достижение цели, считает военный. Я досить скептично відношуся до, власне, питання знищення цього інженерного об'єкту або інженерної споруди, тому що, ну, вивчаючи можливості знищення, це була частина моєї підготовки, моєї освіти, я цілком усвідомлюю, що це, ну, виключно складна операція. Причому операція, яка потребує задіяння, я без, знаєте, без перебільшення всіх видів Збройних сил. Тому що тут має бути задіяні і сухопутні війська, артилерія, ракетні війська, які наносять удар. Тут має бути задіяна і авіація, і військово-морські сили. Регулярные взрывы в Крыму действительно можно считать первой фазой военной деоккупации Крыма. Об этом в разной степени говорят опрошенные нами эксперты. Но если еще полгода назад все называли полуостров неприступной крепостью, то сейчас ситуация изменилась. Я думаю то, что Крым внезапно всплыл на повестке дня, потому что это было важно для российского нарратива. Поэтому Россия и захватила его в 2014 году. Знаете, с тех пор контроль России над полуостровом действительно не подвергался сомнению. И вот теперь в 2022 году в Украине внезапно появились люди, которые спрашивают, а действительно ли Россия контролирует Крым после всех этих взрывов? Насправді це міф. І ми бачимо дійсно, що багато саме російських оцих пропагандистських якихось наративів, які вони розповсюджували про свою другу армію в світі, про незламність духу російського солдата чи щось таке інше, це про свою зброю, яка не має аналогів в світі. Все це дійсно міф. Возможность деоккупации Крыма мирным путем тоже остается, отмечает журналист, публицист Виталий Портников. Для этого должны произойти изменения внутри России. Это несложно решается. Просто для этого необходимо несколько решений, которые тоже будут достаточно болезненны. Одно из этих решений – это роспуск Конституционного суда Российской Федерации, как в его нынешнем составе. То есть те судьи, которые принимали решение о том, что включение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации соответствует Конституции России, они нарушили присягу. Они должны быть смещены со своих постов соответствующими процедурой, которая должна быть выработана в Федеральном собрании Российской Федерации. Как быть с Крымом после деоккупации? Такие вопросы уже обсуждаются украинскими военными, политиками и просто жителями полуострова. Поверьте, те, которые бегали там в Симферополе и в Крыму с русскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими. Потому что, ну, к сожалению, население там такое. Член Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умеров считает, обычная люстрация в Крыму, которую, например, проводили в Украине после Майдана 2014-го, будет малоэффективной. Люстрация! 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 Считаю, что Крым освободить не так уж просто. Но когда освободиться, то есть произойдет вот это вхождение от туда украинского воинский контингент, разные рода войск, там в каком-то миксе они будут, наверное, сосуществовать там. Порядки должны наводить украинская армия. Не чиновники, которые вчера были на той стороне, сегодня остались, присягнули второй раз уже в Украине. Их ни в коем случае не должно быть нигде во власти. Лет 15-20 нужно управлять без выборов. Врач из Крыма Сергей Дуб убежден, деоккупация будет сложной из-за разнородности крымчан и, по мнению Сергея, не совсем правильной политики украинской власти все эти 8 лет.
Чаще как бы вот мы вернемся и со всеми вами разберемся. Вы все тут крымчане-предатели, сволочи, а мы придем и тут разберемся, кто там чем занимался. И на ВИДЖИ очень большая часть, больше половины, это ну, не настроены ни проукраински, ни пророссийски, им бы и зарплата, и пенсия была, вот и все. Естественно, что такие люди с опаской воспринимают возвращение, как это будет. Ну, то есть разное настроение у разных людей. Крым, по мнению украинских военнокомандующих, один из центров тяжести для российских сил в войне с Украиной. Но даже освобождение полуострова не будет означать конец вооруженного противостояния, пишут Залужный и Забродский. Эффект от деоккупации Крыма будет временным, и война, возможно, будет продолжаться. Дмитрий Евчин, Крым Реалии.